Привет всем! Давайте сварим сегодня суп с клёцками. Ставим на холодную плиту кастрюлю с водой, с холодной, включаем тогда плиту. Когда вода закипит, кладем в воду мясо. Мясо любое, какое вы хотите, курицу, говядину, свинину, у меня кусочки свинины. И вот теперь, когда закипело, кипит вернее, появилась пенка, я убираю пену. Сейчас минут 5 покипит, у меня маленькие кусочки свинины, и я посолю своей вкусной солью йодированной из фикс-прайса. Пока варится наш бульон, мы приготовим клёцки и почистим картошку. Я беру 2 яйца. Посолю. Ну, смотрите, чтобы не пересолить. Я соль не особо. И взбиваем вилочкой. Соленые яйца взбиваются намного легче и быстрее. Сейчас я хорошо взобью. Теперь добавляю сюда муку. Машинка у меня отжимает. Так, смотрим, это сколько я уже третью, да, ложку положила. Ух ты, машиночка моя. Чего там ругаешься? Хорошо, делаем, перемешиваем тесто. У меня чуточку густовато получилось. Ну ничего, буду брать ложкой. Можно чуть-чуть пожиже. Хотя и так нормально. Чистим картошку. Режем картошку. Я режу вот такими длинненькими. Так красивее. И вкуснее, мне кажется. Картошечка так ляжет вдоль ложечки. Всю жизнь так делаю. Редко-редко кубиками, иногда на уху. Вот, бульон у нас варится. Отправляю сюда свою картошку. Бульон сварился. Так как у меня не будет зажарки с маслом и с луком, я хочу сюда добавить растительного масла, чтобы было пожирней. У меня будет другой лук. Потом покажу. Вот так вот, по вкусу. Теперь я добавлю сюда морковь. У меня замороженная. Еще с прошлого лета. Вы можете добавить морковь, натереть на терке. Можете сделать зажарку с луком. Но зажарка с луком кладется в конце. Я сейчас кладу морковочку. Сейчас также я отправлю сюда своей замороженной зелени, какая у меня есть. Здесь у меня замороженный лук зеленый. Можно 2 ложки сделаю. Так. И что-то мне захотелось сегодня добавить в суп свой петрушки. Петрушечки. Хотя супы я особо не люблю с петрушкой, особенно борщ. Борщ петрушкой можно испортить. Ну вот так, ложечку, наверное, хватит. Но у меня есть еще сухой укроп. Добавлю я чуть-чуть. Укроп не буду, у меня есть хмели-сунели. Тоже чуточку добавлю. Почему-то порой хочется специй. А порой, знаете, вот бывает так, что не надо никаких специй. Только соль и все. Даже когда что-то жаришь, допустим, мясо, ничего не хочу, кроме соли. Пусть покипит наш бульончик. Картошка пусть практически сварится. И будем добавлять клёцки.
Ну, теперь добавляем клёцки. Для этого мы должны нагреть ложку. Хорошо, хорошо, пусть она будет горячущая. Нагреваем ложку нашу. Теперь берем нашу чашку с тестом и вот так аккуратненько берем тесто вот такими длинненькими штучками. Опускаем в бульон. Ну, прилипает к ложке, но не так. Если сухой ложкой сразу прилипнет и к холодной. А так вот спокойно делаем клёцки. Так, раз. Ой, зехонькая. Можно толстенькие, можно совсем узенькие. Как хотите. Продолжаем. Суп с клёцками у меня готов. На все про все у меня ушло 25 минут. Вот какая у нас вкуснятина получилась. А пахнет-ка вкусно. Удивляйте и любите своих родных. Кормите их. И сами радуйтесь от готовки. Приятного аппетита. Всего доброго.